Утром омлет. Одним или пицца? Сейчас. Вот туда передай помидоры. Интересно, чтобы не захватывать. Просто тема какую-нибудь. Да. Здравствуйте, мы находимся в замечательном доме Майя. В переводе «Иллюзия». С замечательными жителями, которые постоянно сюда заселяются. Можем сказать, что одно из достопримечательностей, да, это вот это вот творение как бы какого-то шамана. Ну, в прямом смысле этого слова. Потому что то, что мы здесь видим, конечно, является как, собой какой-то рисунок. Но я думаю, что это где-то майя, какие-то отголоски, может быть, что-то где-то какая-то, ну, очень красиво. Можно все восстановить, конечно, это. Покрасивее даже сделать. Но это для тех, кто хочет. Там еще место есть. Пустое. Краски. Шива улыбается. Вы видели? Шива, который веселый. Это кто-то нарисовал. Да. Ребята тут творили до нас. Я чай полезу. Tak wspaniale, jakby mógł wyglądać. Baba, posnimajesz? Da, może. Da. Вращайся к нам. Надо научиться вот этим штукам. Я порой что-то делаю. Керца мало. Что, все, здесь керца? Ну ничего, зато мы знаем теперь.
Налево. Ну все, вот ты так по главной, короче, все время едешь. Ну вот не так, как ты вот выезжаешь наверх на самую горку, да, и прямо. А ты как бы левее берешь, и все, и пошел. Дальше ты увидишь. В ракету пойду. Где эта ракета? Посмотри, здесь ракета. Что говоришь? Вот наверх, пойдем, я тебе покажу, как зайти. Что? Наверх. Хотели его запускать. Где? Я здесь могу? Так лучше видно будет? Нет, там его просто лучше видно. Браток, пойдем, я тебе покажу. Привет. Самое прикольное, посмотрим.
Никитос. Эдвард, это Никитос. Я тебе больше говорил, парни. Похоже на тебя. Охара. Здравствуйте, тоже молодец. Приветствую вас. Оператор у нас. Еще один. Люди так патрут. Очень круто. Очень круто, правда?